Ну, я скажу так, про ситуацию, которая сейчас происходила со мной. Я пришел совершенно неподготовленно. Я думал, это будет обычное интервью про кино, про тыры, пыры и так далее, все связано с кинематографом, с театром и так далее. А здесь были вопросы, которые меня врасплох заставали почти через раз, это точно, неожиданность своей. Но я старался как-то тыкая, бекая, мекая, выкручиваться. И напоследок я хочу всем, если кто-то меня сейчас смотрит, видит, сказать: ребятки, здоровья вам, друзей вам и счастья в жизни, в семье. Будьте здоровы. Ваш епископ Асян.